Вообще, ребята, вот это что-то с чем-то. Я тебе, знаешь, что скажу, если ты возьмешь ее вот так, вот этими штучками, не будет тебя огорчать, а ты выломишь ей челюсть, а просто... Не, вообще надо для крючков потом. Ребят, еще одна щучка. Где-то тут. Ебать, какой! Не надо, пожалуйста. Это страшно, мама. Давайте вот под сачком возьмем. Я хочу его увесить. Бомба. О, вот это монстр! Давайте нас ломает! Вообще, ребята, вот это что-то с чем-то. Сегодня 8-й день нашего сплава. Мы сегодня решили выйти до берегов, до реки Лены. Осталось где-то 5 километров. Утро 9-го дня. Погода. Красота. Так, 9-й день. Мы пришли в село Синск. Река Синяя, она знаменита своими синскими столбами. Я в этой деревне впервые, и меня удивляет вот эта тропа, она похожа на джунгли. По такой тропе я поднимался по Килиманджаро. Смотри, какая красота. Я даже немного удивлен. Я больше ожидал более простой деревни. Но Синск впечатляет. Магазин закрыт сегодня.
Вообще никакой не работает, да? Электровелик, да? А, крутой такой. Сразу издалека заметил. Какой класс? А в третий перемотал. А ты какой? Десятый день нашего похода. С Воронежа. Воронежа. Загорелся. Ребят, ну что могу сказать? Регион очень красивый. Мы сюда приехали первый раз. Якутия, конечно, очень красивая. Рыбные места безумно красиво. Огромные щуки, ребят. Я очень доволен рыбалкой. Линок тоже классно ловится, вкусный. Нас кормили, жарили, коптили. Очень понравилось, и я вам скажу, что я, наверное, сюда вернусь еще и не один раз. Вот этот мы много где ездим, мы побывали уже, да, можно сказать, пол России объехали. И Камчатка, и Магадан, и Мурманск, и Красноярск. Но Якутия, конечно, такое впечатление очень классное. И вернемся обязательно. Приезжайте, ребята, обязательно приезжайте.